Платить за вход на территорию столбов красноярцы не будут. Об этом заявил руководитель природного заповедника Вячеслав Щербаков на пресс-конференции, посвященной развитию особо охраняемых территорий края. Также на встрече красноярские экологи сообщили, что подготовили петицию с предложениями поправок в федеральный закон, основной темой которой стал запрет на использование земельных участков под строительство. Напомню, городская общественность высказалась против придания заповеднику столбы статуса национального парка. Горожане также активно выступили против введения капитального строительства на охраняемой территории, а также были возмущены введением платы за посещение заповедника. Сегодня специалисты заверили, мнение красноярцев учтут, и строить на территории будет запрещено даже после присвоения столбам статуса национального парка. Кроме того, руководство заповедника пообещало, что взимать плату за вход будут только с организованных групп. Достигнута полная договоренность о том, что красноярцы не будут платить, то есть будет взиматься плата только с организованных экскурсий. И вот на осенней сессии законодательного собрания будет приниматься как раз поправки к закону, где можно будет софинансировать конкретно, то есть будем говорить, компенсировать затраты устройства на содержание туристско-экскурсионного района для того, чтобы не брать эти деньги с посетителей, с красноярцев.